Всем большой-большой привет! У меня есть вот такая вот подставочка. Сделана из чугуна. Покупала я ее в магазине. И вот у меня была такая задумка, что-то такое типа чугуна повторить. То есть сделать имитацию чугуна. Но вот делать такую подставку из того же гипса нет смысла, потому что здесь довольно-таки все резное, и гипсовая отливка просто со временем может поломаться. Также у меня есть вот такие еще ключики, тоже чугунные. И как вы помните, я делала пару видеомастер-классов по имитации металла. Там было старое серебро и медь. И вот теперь мне очень хочется сделать что-то подобное вот под чугун. Я сделаю свой вариант. То есть я в интернете специально искала информацию, как это сделать, и нашла всего лишь два варианта, как мне показалось, наиболее похожих на настоящий чугун. Однако в обоих этих вариантах очень сложные составляющие. То есть либо купить невозможно вот в небольших городах, либо просто это очень дорого стоит, и чисто из-за рамочки покупать за бешеные деньги я не считаю смыслом. Поэтому я хочу сделать чугун, то есть, вернее, имитацию чугуна из гипсовой рамочки по своему усмотрению. То есть, что мне вот покажется, как вот я считаю, так и буду делать. Материалы все будут крайне доступные, то есть здесь ничего не будет хитрого абсолютно и дорогостоящего. Поэтому, если понравится, и если вы хотите сделать что-то аналогичное, смотрите видео до конца и повторяйте за мной. Я покрыла мою гипсовую рамочку в один слой белой акриловой эмалью, но это равнозначно грунту, то есть можно грунтом покрыть, можно какой-то акриловой краской, я вот покрыла эмалью. И пока она у меня на солнышке сохнет, я сейчас должна замешать краску для покрытия вот основного первого слоя. Значит, по рецепту из одного из видео были специальные порошки смешаны, но я заменяю их на акриловые краски соответствующих цветов и надеюсь, у меня получится очень похожий оттенок. Итак, я должна смешать одну часть темно-серой краски. Ну, темно-серая краска получается просто, то есть в белую краску я добавила немного черной и получилось темно-серая. Количество я делаю на глаз, поэтому что получится в итоге, ну, не знаю. Посмотрим. Если что, можно будет добавлять. Так, сюда я должна буду добавить цвет умбра. Но вот цвет умбра, он красно-коричневый. У меня нет умбры краски акриловой. Я буду сейчас замешивать красно-коричневую краску. Ну, как раз вот из красной и коричневой, собственно говоря. Вот у меня коричневый колорант в данном случае есть. И красная, темно-красная акриловая краска. То есть этот цвет придаст такой красновато-коричневый оттенок самому цвету краски общий. То есть я специально вот держу эту подставку на близком расстоянии, чтобы мне вот было видно, какие краски сюда можно добавлять. И здесь главное добавлять понемножку, чтобы ориентировочно у вас все получилось, чтобы не переборщить того или иного цвета, потому что иначе придется добавлять тогда еще и еще, как вот обычно бывает. Бухнешь какой-то одной краски много, а потом приходится домешивать, 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 в итоге полбанки краски ненужной. И там еще написано было в рецепте немножечко черной краски. Ну вот насчет черной я, честно говоря, не очень уверена, но немножко добавлю. Просто черная уже там была. Желательно все это делать, естественно, при дневном освещении. Вечером не рекомендую, потому что ничего не видно, вы просто цвет не поймаете нужный вам. Ну вот, как мне кажется, уже вполне нормально. Краска получилась не темно-серая, она с таким теплым отливом начала уже быть. Коричневато такой красный отлив. То есть для первого слоя эта краска вполне подходит. То есть все замешиваем на глаз, на ваше усмотрение и приближенно делаем похоже к настоящему чугуну. Внимание! И вот теперь один маленький, но очень важный момент. В эту краску я сейчас добавлю буквально капельку акрилового лака.
любого лака акрилового, вот буквально чуть-чуть. Главное не перестараться, чтобы не было очень жидко. Что это дает? У вас сейчас сразу получится и прокрашивание, и фиксирование этой краски. То есть лак есть лак, вы сами понимаете, он связывает очень хорошо, он защищает. И то есть мы убиваем, получается, двух зайцев одним выстрелом. Краска получается чуть-чуть пожиже, как видите. И вот такой необычный совет, рецепт я вот нашла. Но я немножко, конечно, все изменила по-своему, причем мне немножко очень много. Но вот, тем не менее, лак там был. То есть они в лак сыпали порошки красящие, а я в лак добавляю краски. То есть вот разница в этом в основном. Вот, моя заготовочка высохла на солнышке. Вот она такая стала беленькая, симпатичная. Ну, это грунт обыкновенный, либо краска. И теперь я начинаю красить уже вот этой вот темной краской всю рамочку целиком. Обязательно тщательно прокрашивайте все вот эти вот углубления, все цветочки, листочки. Краску наносим толстым таким вот слоем. Я пробовала, вернее, не пробовала, а обдумывала еще вариант, как сделать имитацию чугуна при помощи водной морилки. В принципе, это тоже сделать можно. И если у меня будет желание и возможность, я это сделаю. Просто тот способ абсолютно другой, но он тоже очень классный получается. Если вы смотрели мое видео про деревянный ящик, где я там делала такой орнамент из гипсовой отливки и красила его в коричневый цвет. Вот очень похоже можно сделать из гипса, ой, из под чугун, в смысле. Будет очень-очень красиво. Та получилась похожа на резьбу по дереву, как вот многие потом написали в комментариях. Вот, то есть неожиданный эффект получился, очень красивый. Так и можно сделать под непосредственно чугун. Значит, смотрите, если одного слоя вам недостаточно будет, можно прокрасить еще раз. Но краска довольно укрывистая, хорошо ложится. Так что я не знаю, я потом посмотрю, как высохнет. На узорах так вообще достаточно. Вот если только вот эти ровные такие линии какие-то вот эти промазать повторно. После того, как я прокрасила кисточкой, я очень рекомендую пройтись все-таки поролоновой губкой. Просто сам чугун не такой уж и гладкий, как вот... Ну, чтобы следов от кисточки вы заметили здесь, нет, здесь их нет. Поэтому он такой вот именно пупырчатый, неровный. И чем больше этих неровностей, тем он естественнее смотрится, мне кажется. То есть я прохожу вот это все хозяйство еще и губкой. И после этого отправляю сушиться. Как только у меня все это высохнет, я посмотрю на предмет прокрашивания и, возможно, подкрашу где-то еще. Потому что вот это пространство, конечно, за один слой прокрыть сложно. Там узоры узорами, а вот здесь нет. Здесь надо еще, я так думаю. Потому что больше слоев краски не будет никаких. Будет только тонирование последующее. Поэтому нужно здесь максимально хорошо все прокрыть. Вот лично мне уже нравится. Уже очень похоже на вот этот вот оригинальный, как бы сказать, экземпляр, с чего я пытаюсь срисовать в кавычках. Вот такая получается штучка. Оставляю сушиться. Вот никогда не сушите на таких штуках. Видите, что получилось? Интересная вещь. Пыталась подсушить, а фен у меня очень сильный, мощный, поэтому вот так получилось. Но опять же, на салфетках сушить тоже не советую, потому что это все прилипнет. Надо взять какую-то либо деревяшечку, либо коробочку, либо что-то такое, что не расплавится от горячего фена. Я просушила. Вот смотрите, что получается. Попробую показать крупнее.
И теперь я все-таки покрою еще один слой этим же составом, точно так же, без каких-либо изменений. Значит, смотрите, если у вас остается много краски, ну, у меня обычно много остается, потому что я начинаю замешивать и добавляю, чтобы добиться нужного мне оттенка. А в итоге краска остается, выбросить жалко. Ну, правда, в большинстве случаев она потом все равно не используется, но все равно жалко. Я сливаю либо в какую-то баночку небольшую с хорошей крышкой. Вот банки для анализов в данном случае очень сильно помогают. Очень удобные баночки, дешевые, хорошие крышки. Однако надо их под крышку проложить небольшой кусочек целлофана. Так еще лучше получается закрыть, и воздух туда не попадает. То есть краски не подсыхают. Вот, либо прям вот этот вот лоточек взять и положить в целлофановый пакет. И хорошо замотать. А лучше в два. Потому что тоже по опыту почему-то в пакете оказывается обязательно какая-нибудь дырка. То есть высыхает быстрее. Так, сейчас я вот это промокну сначала. То есть еще раз повторяю, для чего губка. Она убирает излишки краски, делает узор более четким, без наплывов краски и так далее. И также создает вот эту пупырчатую поверхность, которая свойственна чугуну. Она получается более естественная поверхность при этом. Вот теперь достаточно краски. Поверхность вся забита краской, хорошо. Нет никаких просветов, что, собственно, и требовалось. И снова сушу феном до полного высыхания, полностью высыхания краски с лаком. Ну, я решила сразу использовать всю краску, даже вот, ну, можно сказать, чуть не облизала ее кисточкой. В итоге покрасила еще кошечку. Вообще получается шикарно, вот честно. Уже нравится, уже здорово. Птичку вот такую и крышечку, которую я вот делаю для баночек. То есть все у меня будет под чугун. Все это высохло, и можно продолжать следующий этап. Следующий этап, что нужно сделать, это взять две краски, темно-красную и желтую, темно-желтую опять же. То есть я беру совсем чуть-чуть желтого и красного. Нам нужно создать такую небольшую сейчас ржавчинку вот в этих вот углублениях в узоре самом. И я бы сюда, честно говоря, добавила еще и коричневого чуть-чуть. Ну, как-то вот так, я думаю, достаточно будет оттенок. То есть вот смотрите, что я хочу получить. Вот у меня здесь есть такие небольшие ржавчинки. Ну, она образуется естественным образом. Я ее периодически мою, конечно, просушивается на расплохо. Поэтому все это вот естественное, я и хочу такого добиться результата. Нужно взять водички. И кисточку, вот, наверное, в краске прям непосредственно, прям макнуть в водичку. Так как у нас здесь уже слой лака есть, вот в чем опять же плюс. То есть мы сразу одним слоем закрыли вопрос еще и лакирования вот этого всего. И вот этой вот мокрой кисточкой немножечко вот эти цветы вот так промазать. То есть нужно попало, чтобы именно в углубление. Не по всей поверхности, а где-то местами. Вот как-то вот так примерно. Вот, и теперь дальше смотрите, что я буду делать. Я беру обыкновенную воду и вот это все пропшикиваю. То есть нужно сделать так, чтобы краска вся
либо сама слилась на салфетку, либо взять какую-то еще кисточку и помочь ей уйти с поверхности. То есть ее нужно смыть, вот эту вот слишком сильно нанесенную оранжевую краску. Ее должно остаться очень мало. Нижний слой краски мы не размоем тем самым, там лак. А вот здесь нужно добиться такого эффекта, чтобы вот это все смылось максимально. Так, сейчас я прям вот так буду... Надо было корыться, конечно, вверх ногами перевернуть. Я вот что-то не подумала про это. Но ничего страшного. То есть останется краска там, где есть ложбинки. И этого будет достаточно. Если вам кажется, что вы слишком смыли, то немножко можно еще добавить, опять же. Вот какие-то места промазать дополнительно. То есть тут уже по рисунку, по ситуации, смотрите. Опять же, можно подсушить, посмотреть и добавить еще. Потому что при высыхании будет другой эффект совершенно на сухом. Ну вот получилось вот так, но, честно говоря, я не очень довольна результатом пока что. Поэтому я сейчас еще раз пройдусь вот этими красочной кисточкой по вот углублениям и смою еще раз. У меня немножечко перебор получился. Я вот этим пульверизатором выбила слишком сильно все вот эти ржавчинки. Сейчас попробуем просто взять тряпочку сначала и стереть тряпочкой. Может быть, так лучше получится. То есть вот у меня сухая тряпочка. Сейчас я сначала ей, и если будет мало, я тогда уже попшикаю еще. Нет, тряпочка дает не то, сразу вижу. Поэтому сейчас я еще раз попшикаю. И в принципе-то оно получается, но вот сложно, конечно, сделать тот самый эффект, который хочется с одного раза, честно говоря. Я это делаю в качестве эксперимента, поэтому тут пока руку не набьешь, сами знаете, сразу может не получиться. То есть мне нужна... Вот смотрите, вот уже лучше. Вот надо что сделать было. То есть побрызгать водой и не сильно. И вот тряпкой вот так все это сначала убрать. То есть перебор воды я в первом случае сделала. Вот сейчас получается уже более-менее то, что хочется. Вот она делает то, что надо. Опять же, обязательно подсушивайте в процессе вот этих работ, потому что тогда получается у вас правильное видение картины, потому что в мокром виде это вот не то. Мокрое – это одно, а сухое – когда другое совершенно. Я проделала это несколько раз, то есть старалась по кусочку здесь подмазывать и стирать, и посмотрите, какая красота получается. Сейчас я вам покажу оригинал. И мы сравним, что вот у меня и что здесь. Смотрите. Очень похоже. Уже очень похоже. Еще не доделано это. Еще пару шагов. И будет очень похоже вообще. То есть мне уже очень-очень нравится, что получается в результате. То есть, как видите, рецепт, который я придумала сама при помощи красок, очень-очень хорошо работает. Не обязательно покупать дорогостоящее что-то. Можно подумать и придумать вариант из дешевого. Я решила все-таки показать еще раз вот на примере птички, то есть весь процесс по-быстрому, скажем так, имея теперь какой-то уже опыт вот с этой рамочкой, то есть я на птичке сейчас вам покажу еще раз, как это сделать быстрее и правильнее. То есть, смотрите, я беру краску вот эту рыжую, которая под ржавчинку, наношу, но на вот прям всю птичку, особенно уделяю внимание тем местам, где вот эти ямочки. То есть вот в глазки здесь в данном случае какие-то перегибы вот сюда вот. То есть куда должно, по сути, ржавчинка залезть. Как бы природное такое явление получается у нас. То есть сама. То есть максимально вбиваю туда. Вот так прохожу всю птичку.
Кисточка у меня такая полусухая, я бы сказала. То есть краска, вернее, не очень жидкая. Ну вот, здесь можно по-разному делать. Теперь я беру пшикалку и вот так вот ее немножечко пропшикиваю, не сильно. Далее беру тряпку, она у меня такая полувлажная уже. И просто вытираю всю птичку. И стараюсь вытереть только те участки, которые выпуклые. То есть вот эти впуклости, или как правильно назвать, ямки, ложбинки, их не старайтесь сильно вытирать. Там должно остаться естественное вот это вот наполнение краской. То есть как бы здесь хвост я не домазала. Вот хвост прям промазываю конкретно ложбинки. И вытираю сразу. То есть краска попадает вот в эти углубления, и там остается. Не старайтесь сильно вытереть. Вот в этом была моя ошибка в первом случае с рамочкой. Я ее там сильно протерла и сильно воды набухала. Вот не надо этого делать. То есть, если вам кажется, что краски рыжей много, то можно немножко еще раз пшикнуть. Вот так. Она сама сейчас пойдет стекать. И опять же тряпкой мокрой, влажной. Я убираю излишки. У меня в ложбинках краска осталась. Вот то, что, собственно говоря, и надо было получить в результате вот этого процесса. Вот здесь гладик сейчас я подмажу. То есть подмазывание вот это вот бесконечное, ничего страшного. В этом есть смысл как раз всей вот этой операции, чтобы вы максимально сделали так, как должно быть. Вот. И теперь я ее сушу. Тот эффект, который я хотела получить от вот этой вот операции. То есть под именно подржавленный такой чугун получается. Птичка получилась шикарная. Вот такая техника вот этого шага. После того, как у вас все хорошо высохло, можно, повторюсь, подчеркну, обработать все это дело воском. Воском прозрачным, любым абсолютно. Любой фирмы, любого производителя, неважно. Главное, чтобы воск был прозрачный. Вот у меня нет либероновского воска прозрачного, есть только цветные. Но я нашла у себя в закромах вот такой вот воск лазурь пчелиный. Он работает следующим образом. То есть, смотрите, вы делаете так, как у вас написано в инструкции данного вашего воска. Если это либерон, то просто обмакиваете кисточку вот так вот и промазываете. У меня жидкая консистенция, поэтому я обмакиваю кисточку, вот этот лак, то есть, точнее воск, и просто прохожусь этим вот воском по поверхности. Он сохнуть будет какое-то время, где-то около часа он будет сохнуть. То есть после этого я смогу его тряпочкой сухой растушевать. Ну, конечно, ждать в течение часа, пока это высохнет, у меня, естественно, нет сил. Поэтому я взяла фен, он у меня горячий довольно-таки. И прошлась по крышечке феном, плюс потом взяла тряпочку и вот так вот сделала. И гляньте, какая получается красота. То есть я вообще в шоке от этой красоты, честно говоря, не ожидала такого эффекта. Стала немножечко поблескивать. То есть смотрите, очень похоже уже вот на это. Вот, крышечка похожа. То есть шикардосный совершенно способ. Сейчас я остальное также подсушу, то есть это буквально чуть-чуть, и потом отполирую, покажу вам, как это все получается. И вот я надеюсь, все вот это вам понравится. Как я вот посмотрела по статистике, мой канал смотрят девочки и мальчики, причем процентное соотношение 70-30. То есть 30% это мужчины смотрят, чему я, честно говоря, удивлена и очень рада. Но в основном пишут мужчины, я обратила внимание, какие-то советы, то есть в комментариях, если пишется. Причем советы очень-очень полезны и по существу. То есть вот за что я вам, мужчины, очень сильно благодарна вдвойне. То есть девочки, ах-ох, все классно, это понятно. А мальчики пишут советы, и причем очень-очень есть дельные. В частности, я спрашивала, вопросы задавала, и мне на них ответили, чему я еще раз повторюсь благодарна. Так, итак, вот у меня помазанная воском, вот у меня фен, смотрите, что я делаю. Как видите,
Я подула феном, ну буквально полторы минуты, может быть, чуть больше. Видите, все высохло, но оно, конечно, сейчас в пятнах, так и должно быть. И теперь горячее. Ай. И теперь я просто беру сухую тряпочку и начинаю вот так вот растирать. Сразу вот эти какие-то места, где было больше воска, убираются, удаляются. Поверхность получается такая шелковисто-блестящая, совсем капельку. То есть это не глянцевый лак, это воск, это большое отличие. И поэтому я все-таки рекомендую найти какой-то воск, ну это любой, как я говорила, а не лак. И он, во-первых, защищает от воды, если, допустим, вода у вас попадает, если у вас на улице будет стоять изделие. Вот, и качественнее получается. Гляньте, какая получается прелесть. На белом, вот на фоне руки или на белом фоне какой-то, сейчас я вам так вот покажу. То есть все вот эти ржавчинки, все застыло, все осталось, все четко. Ой, как мне нравится. Такого способа в интернете точно нет. Это аналогов не ищите. Я придумываю даже вот по ходу дела сама частично. Я, конечно, опиралась на один из вариантов, но там все по-другому, там другие совершенно вещи используются. Там не краски, там порошки. И совершенно по-другому. Ну как мне нравится, как здорово получается. Ой, надо будет что-нибудь такое большое еще сделать. Можно взять сухую кисточку щетинистую, попробовать ею. Ну, в принципе, у меня и тряпочка. Сейчас я посмотрю. Если это вот будет эффект какой-то, у меня, может быть, вот так вот даже можно сделать. То есть сухой кистью растушевать вот эти углубления. Кисть у меня круглая. Да, неплохо, неплохо, неплохо. У меня вот этот воск, смотрите, немножечко еще как бы разъел вот эту ржавчинку, и ржавчинка осталась именно в самих-самих вот этих вот углубленницах. То есть что, собственно говоря, и должно быть. Я очень довольна результатом, честно. Но это, подождите, еще не все, это еще не конец. Еще кое-что сейчас я сделаю. Пока что вот такой эффект, и он ну, максимально уже похож вот на это изделие. Я специально кладу все рядом, чтобы вы смотрели, как это все выглядит. Можно ли использовать на улице? В принципе, да, но под крышей. Потому что это все-таки ну, гипс, это не чугун. А можно ли использовать пластиковую рамочку? Да, можно, почему нет? Мы же делаем сначала какое-то акриловое покрытие этого предмета, то есть предварительную обработку. Потом накладываем толстый слой краски. Почему нет? Можно это все из пластика тоже. И последний, пожалуй, этап. Я хочу немножечко сделать... Вот как видите, здесь такой небольшой блеск есть. Блеск у этой рамки, оно отсвечивает края вот эти выпуклости. Я провела ряд экспериментов вне камеры. Вот в частности на птичке я использовала вот этот пигмент, античная бронза. Немножко не тот эффект получился, хотя тоже красиво. Такой небольшой золотисто-бронзовый оттенок пошел. А вот на кошечке я сделала по-другому, и мне вот этот вот эффект понравился больше. То есть вот то, что надо, как говорится. Вот то, что похоже вот на эту вот изначальную модель. Значит, что я взяла? Все просто, как обычно. То есть не надо мудрить, не надо там танцы с бубнами какие-то делать. Берете обыкновенную белую краску, эмаль в частности, потому что она более стойкая, чем... Просто акриловая краска. Берем сухую кисточку щетинистую. Буквально капелюшечку-капелюшечку я обмакиваю. Прям вот самый-самый кончик. Вот, буквально, вот. Чуть-чуть совсем. Вытираю все это очень-очень сильно о бумажку. И вот этой вот сухой кистью, легко касаясь поверхности, прохожу по выступающим частям. То есть вам это будет сейчас незаметно, но очень похоже становится на оригинальное изделие. То есть чуть-чуть из стороны в сторону. То есть я прохожу только по верхам вот этих вот узоров. И кисть вообще практически сухая. Вот, что, собственно говоря, я и хотела получить, какой эффект. Если где-то вы перестарались, ну, много краски взяли на кисть,
Берете просто влажную тряпочку и все это смываете. Смывается легко и можно корректировать свои вот эти вот переборы. Так, и теперь я просто вот влажная тряпочка у меня. Чуть-чуть вот так пройдусь. Чуть-чуть, не нажимая сильно, не стирая все. А то можно стереть все, и все это исчезнет. И просто протираю вот так поверхность. Теперь сухой тряпочкой. Вот, что, собственно говоря, я и хотела получить, то есть, как там. И вот смотрите, что получилось. Накладываю на эту. И не отличишь, что это не натуральный чугун. Посмотрите, как здорово. Мне очень-очень нравится, что получилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. Поэтому ставьте лайки. Это очень важно для моего канала, для меня лично. То есть вы говорите таким способом спасибо за проделанную работу. Потому что не просто вот снять мастер-класс, надо придумать, надо потом все это снять, обработать. Это очень много времени затрачивается. Поверьте, кто знаком с этим, тот меня понимает. Вот, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите какие-то советы, если у вас что-то интересное есть также. Вот, то есть я, видите, все при вас все делала, экспериментировала, и вот такой получился шикарный результат. Еще раз повторю, аналогов в интернете нет, я придумала это сама. И мой вариант, мне кажется, ничуть не хуже тех видео, которые две штуки я нашла. И он гораздо проще из простых материалов, которые можно купить во всех магазинах. Это просто обыкновенные акриловые краски. Главное правильно их смешать и использовать. Еще раз спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока.